Всем привет! Сегодня 1 ноября. Пробежали мы порядка 8 километров до перспективного места. Хотим закрыть сезон летний рыболовный, а заодно и протестировать костюм. Ремингтон летний 10-17-940, его артикул. Значит, по техническим характеристикам у костюма 3000 водный столб и 3000 паропроницаемость. Слоем я использовал термобелье Ремингтон для средней физической активности. Вторым слоем я использовал флис, сотку той же компании Ремингтон. По поводу первого базового и второго согревающего слоя я углубляться не буду. Значит, поговорим немножко о костюме. Прошел 8 километров, спина сухая, термобелье выводит влагу, все отрабатывает, несмотря на то, что погода нас не жалует, не балует. Идет мокрый дождь со снегом и абсолютно сухой. Что касаемо функционала костюма, значит, присутствует капюшон, в принципе, как на всех других, очень удобный, с возможностью регулирования кулисками. Значит, очень широкий клапан, который защищает от ветра и от дождя. Наличие внутреннего кармана, в который можно положить мобильный телефон, коробочку с блёснами. На моем примере здесь лежит нож. Боковые карманы с широким клапаном на клепках. На брюках присутствуют два боковых кармана и один набедренный карман накладной, тоже с широким клапаном на клепках. А также есть вот такая, не знаю, видно, спинка с возможностью ее удаления, если кому не нравится ходить с подтяжками. При моей конституции очень даже здорово. Значит, что касается размера наряда. Мой рост составляет 170 сантиметров, вешу я 88 килограмм, то есть телосложение более или менее плотное. Мне подошел размер М. Ношу я в жизни размер по российской классификации 48-50, так что при выборе костюма ориентируйтесь на свой размер. По мне, не пришлось подшивать ничего совершенно. Размер М совпадает размеру 48-50, размер L 50-52 и так далее по возрастающей. Значит, в линейке этого костюма присутствуют размеры от S до 3XL. Еще хочу отметить один немаловажный нюанс о том, что эта куртка удлинена и совместно вкупе со спинкой защищает вашу поясницу от пронизывающего ветра.